Всем привет, ребята! Вы на канале Мирослава Стар. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Так как у нас сейчас началась школа, вот, сегодня я снимаю на такую достаточно актуальную тему — шпаргалки для школы. В общем, если понравится это видео, тогда обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. А еще тут у меня стоит моя собачка Оливер. На его канале тоже выходит видео, и да, у него тоже есть собственный YouTube-канал. Ссылочку на его канал оставлю в описании, да. Нам очень приятно, когда вы подписываетесь. Оливер, сколько у тебя уже подписчиков? У него уже 17 подписчиков за 4 дня. Я вообще не понимаю, как так возможно. Давайте начинать. И да, эти сердечки специально для вас. Я вам очень благодарна, то, что вы на меня подписываетесь. Итак, для первой шпаргалки нам нужна маска, так как сейчас COVID-19, все должны носить маски. Но я не расстраиваюсь, потому что, наоборот, удобно делать шпаргалки. Записываем все, что нам нужно, а самое удобное то, что маски можно вот так вот сложить, и ничего не будет видно. Я просто чуть-чуть там криво написала, но это не проблема. Так, одеваем масочку, и все. Ну все, теперь мы можем смотреть. Ой-ой, кажется, заметили, и надо снять масочку. Ну мы просто складываем, и все хорошо. Следующая шпаргалка называется маркер. Для этой шпаргалки нам нужен листочек. Аккуратненько отрываем от нашего черновичка. И да, бумажка обязательно должна быть маленькой. Теперь пишем просто на этой маленькой бумажечке все, что вы не выучили. Все написали, теперь аккуратно складываем. Ну, естественно, нам нужен маркер. Аккуратненько открываем и засовываем шпаргалочку. Теперь аккуратно закрываем. Ну, действительно, не видно же. Ну ладно, просвечивает, но только чуть-чуть. Ну а так нормально. Все, теперь берем с собой на контрольную, и все у нас будет хорошо. А вы не задумывались, для чего вам нога? Если задумывались, тогда я вам отвечу. Для шпаргалок. Сидите вы на контрольной и даже не знаете, что писать, но на помощь вам приходит нога. Кажется, заметили, но вы просто отпускаете ногу вниз, и все. Всем спасибо за просмотр этого видео, и я даже не знаю зачем, но я хочу вам сказать то, что сегодня у моей сестры день рождения. Сегодня 23.09.2020, у моей сестры день рождения, ей исполняется 18 лет, вы просто представляете. Всем пока, спасибо за просмотр этого ролика, короче, всем пока.